А сейчас новости спорта. Футбол был и остается самым популярным и массовым видом спорта как в Краснодарском крае, так и во всей стране. В Славянском районе есть хорошие мастера кожаного мяча, которые могут выступить достойно. На стадионе «Виктория» в поселке Совхозном прошли открытие первый тур краевых соревнований на Кубок губернатора. Первенство Краснодарского края по футболу 2022 года среди команд муниципальных образований. Команда «Нива» Славянского района встречалась с краснодарскими футболистами из «Энергии». Славянцы сразу же без раскачки постарались перенести игру на половину поля соперников, создавая опасные моменты у ворот. Но краснодарцы, конечно, не собирались уступать напористым хозяевам поля. Они дружно защищались и при первой же возможности контратаковали с прицелом на завоевание реального преимущества. Но все-таки славянцы смогли уже в первом тайме распечатать ворота соперников. На перерыв они так и ушли с минимальным счетом на табло. Самое главное, настроение у игроков было боевое. Настроение-то великолепное. Первая игра, начало сезона, я думаю, все соскучились по большому футболу. Всем интересно, ну, я надеюсь, по крайней мере, зрителям, болельщикам. Наша задача, чтобы они получили удовольствие, соответственно, мы тоже хотим получить удовольствие. А первый тайм, так как я до этого сказал, это первая игра, очень много сумбура пока еще на данный момент. Мы притираемся друг к другу. Я думаю, с каждой игрой мы будем более сплоченной командой, более в правильном векторе, направлении двигаться, поэтому будем с каждым разом все лучше и лучше. Поэтому есть над чем работать. Второй тайм прошел в упорной борьбе. Славянцы старались закрепить свое преимущество и в любом случае не растерять его. А краснодарцы пытались изменить ход игры, забив очень нужный гол. В итоге матч завершился со счетом 1-0 в пользу «Нивы». Впереди еще много интереснейших встреч, которые принесут много радости как игрокам, так и их верным болельщикам. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».